Режим самоизоляции в Дагестане планируется снимать поэтапно с 15 июня. До этого дня главам районов и городов необходимо провести подготовительные мероприятия. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. Владимир Васильев сообщил, что некоторые муниципалитеты посчитали снятие ограничений преждевременным. При этом Васильев подчеркнул, что выход из режима ограничений должен происходить согласно рекомендациям Роспотребнадзора.